Модернизация инфраструктуры. Крымская железная дорога прорабатывает возможности для электрификации путей от Крымского моста до Джинкоя. Подрядчик, который выполнит научные изыскания, уже определен. Как скоро будет обновлена эта транспортная артерия, узнавала Екатерина Рябова. Разработка схемы внешнего электроснабжения железной дороги от Крымского моста до Джанкоя с ответвлением на Феодосию и Керчь начнется уже в ближайшее время. Стоимость проектных изысканий – 19 миллионов рублей. Заказчиком выступает федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога». Оно и профинансирует работы. Мы вначале должны понять, есть ли определенные сети, трансформаторные подстанции у наших коллег из «Крымэнерго». Вот эта вот научная работа, на которую мы организовали торги, она даст нам на это ответ. Впоследствии уже можно будет говорить о полноценном проектировании непосредственно самой электрификации участка от Багерова до Джанкоя. Научно-исследовательская работа займет 65 дней с момента заключения договора. Также некоторое время уйдет на согласование с региональными энергетиками конкретной схемы электрификации. Реализация проекта, по оценкам крымских железнодорожников, займет до 3 лет. Напомню, ранее министр транспорта России Евгений Дитрих отметил, что модернизацию путей от Крымского моста до Джанкоя необходимо внести в ФЦП. По итогам предварительного аудита работы могут обойтись федеральному бюджету в 32 миллиарда рублей. Екатерина Рябова, Сергей Маренко, Новости 24, Ленинский район.